Добрый вечер, дорогие любимые наши зрители. Спасибо, что вы здесь сегодня. Мы очень рады видеть вас всех здесь. Сегодня наш первый концерт этим составом в этом году, новым. И, в общем, с этим мы тоже вас и нас поздравляем, конечно. Мы начнем еще более камерном составе, чем трио. То есть камернее только от дуэт и соло. Но мы вот решили с Лешей сегодня вдвоем начать этот концерт. Я вам хочу представить его замечательного партнера Алексея Заболокина. Гениальный музыкант, с которым мы записали наш дебютный альбом как раз нашего трио, который называется «Никитский бульвар». И, может быть, если кто не знает, я напомню, что этот альбом вышел на лейбле «Artbeat» пару лет назад. И он продается и в электронном виде, и в физическом, в iTunes, в Google Play он есть. А вот здесь, в этом клубе, его можно купить просто сам альбом, он лежит вот на важной стойке, если кому-то интересно. Мы с удовольствием вам что-нибудь на нем потом нарисуем. Но мы играем уже музыку, в общем-то, не только с этой пластинки. Вернее, даже, можно сказать, сегодня будем в основном играть новую музыку, потому что мы как-то уже собираемся и следующий альбом записывать нашим составом. Ну и что-то поиграем как раз с этого диска тоже. И мы решили начать сегодня с пьесы как раз, вот, которая была записана на этой пластинке. Этой пьесы мы как бы хотим сегодня, может быть, приблизить немножко момент, которого я, например, лично очень жду. И пьеса называется «Весенняя песня». Thank you.
Спасибо. Ну, а сейчас за свой инструмент садится наш третий участник нашего полного уже бенда, Петр Рывшин, барабаны. Ну, про Петю, я думаю, даже не надо говорить, что это также мой самый близкий и верный музыкальный соратник, с которым мы также записали этот альбом. И я очень рад, что сегодня мы вообще вот здесь, вот в этом оригинальном составе, потому что как бы выцепить этих парней из других коллективов не всегда бывает очень просто. Петр Рышин, Алексей Заволокин. Мы сейчас играем композицию, которая называется «Прелюдия номер 2». Thank you.
пьесу, которую не так давно сделали, и она называется «Отражение». Thank you.
Thank you.
Спасибо большое. Мы сейчас сыграем пьесу, которая на самом деле была когда-то записана, но была записана совершенно в другой версии, а она была записана в дуэте с человеком, именем которого как раз носит этот клуб, вместе с Алексеем Козловым. И отчасти я, в общем-то, даже посвятил нашим с ним очень таким, можно сказать, отцовским взаимоотношениям, потому что я считаю его своим учителем. И композиция, она называется «Friends», друзья.
сыграем сейчас подряд две пьесы, тоже, в общем, новые. У нас какая-то сегодня просто практически какой-то концерт-премьер. Первая пьеса называется тоже «Прелюдия», но на этот раз «Прелюдия номер 3». На этом мой цикл «Прелюдии» заканчивается, пока у меня их всего 3. Так вот, это будет «Прелюдия номер 3», а потом мы сыграем нашу новую пьесу, которую совсем недавно сделали. И более того, я совсем наконец придумал ей название. Эта композиция называется «Дежавю».
Спасибо. Ну, сейчас мы хотим сыграть еще одну достаточно объемную композицию, состоящую из нескольких вообще пьес, наверное, внутри. И я думаю, что мы ей, наверное, уже этой большой симфонией закончим наш концерт. Ну, а начнем мы вот этот, так сказать, наш финальный номер. Опять дуэтом, но на сей раз с Петенькой. Мы сыграем вдвоем с ним композицию, которая называется «Что-то новое». А перейдет наша с ним музыка в пьесу, которую мы тоже еще нигде не записывали, но тем не менее иногда играем на концертах, как раз завершаем, в общем, наши концерты обычно этой пьесой. Пьеса, которая называется «Аура». Я ее так назвал, потому что посвятил ее всем своим учителям. Thank you.
Thank you.
Петр Ильин, Алексей Заволокин. Меня зовут Дмитрий Лукин.
Спасибо вам большое, друзья. Нам было очень приятно играть для вас. Мы с удовольствием хотим вас пригласить еще раз сюда. Уже 4 марта мы будем играть этим составом. Спасибо большое.